Здравствуйте, в эфире программа «Про движение». Мы рассказываем о том, как уберечь себя и своих близких от дорожных происшествий. Считается, что в России две проблемы – дураки и дороги. В Ростове решили бороться сразу с обеими, но не всегда в ДТП виновны водители. Наша съемочная группа вместе с инспекторами дорожного надзора побывала на проблемных участках города. Этот знак пешеходного перехода на улице Зоологической увидит не каждый автолюбитель. И дело не только в высокой скорости или невнимательности водителя. Видимость закрывают ветки деревьев. Если знаки не видно, ветками закрыты они, конечно, будет аварийные случаи много. Понятное дело. Это все мы водители, все понимаем. Ну что, такие знаки по всему городу. Роман меня зовут, в Ростове живу. Кругом такие знаки, которые заросли, не обрезают деревья, так что правильно показывайте, пусть ответственные смотрят и принимают решения. Следить за такими случаями положено сотрудникам дорожного надзора ГИБДД. Но в их полномочиях лишь административный ресурс. Инспекторы должны выписать предписание, а за его выполнение ответственность лежит на собственнике дороги. В данном случае дорожный знак 5.19.2, пешеходный переход, закрыт ветвями деревьев, что является нарушением ГОСТа Р-522-89 2004 года. Будет составлен акт выявленных недостатков, и виновное лицо будет привлечено к административной ответственности по статье 12.34 Кодекса Российской Федерации. За данное нарушение предусмотрен административный штраф на должностных лиц от 2 до 3 тысяч рублей, на юридических лиц 300 тысяч рублей. Только за 9 месяцев 2014 года за нарушение правил содержания улично-дорожной сети было выписано 1688 предписаний. Из них, конечно, неполадки устранены немногие. Собственники дорог объясняют этот факт отсутствием необходимых материальных средств. Но общественность долго ждать не привыкла. Вот в данной ситуации мы прибыли на место, где уже не первый раз речь идет о том, что дорожные знаки закрыты, светофор прикрывается листвой, его не видно. Только что проходящий мужчина сказал, что здесь уже был ряд дорожно-транспортных происшествий. Однако администрация города не принимает мер или принимает, но не в достаточной мере, к безопасности жителей своего города. Сроки устранения недостатков по предписаниям различны. Согласно госстандартам, на замену дорожных знаков приоритета даются всего одни сутки. На остальные знаки – трое суток. Что ж, если вы стали свидетелем нарушения содержания улично-дорожной сети, советуем не проезжать мимо, а позвонить в дежурную часть ГИБДД. Или направить свое обращение через интернет, а также можете обратиться к нам в редакцию по указанному телефону. А мы переходим к следующей проблеме – дорожное покрытие в Ростове. Конечно, за последнее время оно значительно улучшилось. Это отметили многие жители города. Но где остались проблемные участки, покажем прямо сейчас. Ну, дороги хорошо пускай, потому чтобы ям не было, чтобы делали каждый год. А где вы помните, может быть, участки, где наиболее проблемные? Да, конечно, сейчас вам скажу. Вот сейчас вот Горького делают, получается, где же, вот улица Московская вся в ямах, там со стороны налоговой. Потом вот где стачки, по стачкам не доезжают до стачки, не доезжают Зорги, убита дорога. На Западном вообще ужасные дороги. В принципе, на 339-й дивизии, там вот справа, когда едешь, убитые дороги. Ну, мы сейчас по Социалистической ездили, американские горки отдыхают по сравнению с ними. Что там не так? Ну, там ямы большие, очень громоздкие. Это улица Шоссейная, по дороге на левый берег Дона. Анатолий Вениаминович Гриценко по дороге на работу проезжает здесь каждый день. Ездить медленно и аккуратно на этом участке уже привык. Мешают ухабы и, как следствие, портится общее состояние машины. Те мешают, что как раз перед перекрестком отсюда машины идут и объезжаешь колею. И получается иногда аварийные ситуации. В данном случае мы задокументировали колейность проезжей части, которая составила свыше 15 сантиметров, что не допускается государственным стандартам, и наступает событие административного правонарушения, предусмотрено статьей 12.34 Кодекса Российской Федерации административных правонарушений. Это что? Штраф тоже? Да, это штраф административный на должностных лиц
от 2 до 3 тысяч рублей, на юридических лиц 300 тысяч рублей. А скажите, вот эти стандарты, которые, там, я так понимаю, определенные тоже размер, длина, глубина ям, которые нужно латать, ремонтировать, и которые там пока еще могут подождать, вот можете рассказать? Да, максимальная глубина выбоин, просадок и иных повреждений проезжей части составляет 5 сантиметров, ширина 60 сантиметров, длина 15 сантиметров. То есть, если меньше этих, тогда еще можно подождать до 5 сантиметров, до 15, да, я так понимаю, и не ремонтировать пока эту яму или нет? Нет, в порядке содержания необходимо устранять. Согласно госстандартам, на устранение выбоины и других дефектов покрытия дороги проезжей части дается от 5 до 10 суток. В ближайшее время проверим, что же изменилось на этой дороге. А пока напомним правила дорожного движения. С какой максимальной скоростью вы можете продолжить движение за знаком? Ответ – 20 км в час. Максимальная разрешенная скорость движения в жилых зонах и на дворовых территориях – 20 км в час. Какие внешние световые приборы вы можете использовать при движении в темное время суток на неосвещенных участках дорог? Ответ – ближний или дальний свет фар. При движении в темное время суток на механическом ТС должен быть включен ближний или дальний свет фар. При какой неисправности разрешается эксплуатация транспортного средства? Ответ. Не работает стеклоподъемник. Запрещается эксплуатация ТС, если на нем не работают запоры горловин топливных баков, механизм регулировки положения сидения водителя, устройство обогрева или обдува стекол. Если не работает стеклоподъемник, эксплуатация ТС не запрещается. Что ж, с вами была программа про движение. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!